Сравним бумажные деньги и пластиковую карту. Купюры постоянно переходят из рук в руки, собирая на своей поверхности бактерии и микробы. Карта находится только в ваших руках или кошельке. Как защитить себя от инфекции? Тщательно мыть руки после соприкосновения с денежными купюрами или просто перейти на безналичный расчет. Включайся в проект «Безналичная Чувашия» вместе со Сбербанком и помогай развитию Чувашской Республики.